Доброе утро, Церковь! Добро пожаловать на этот духовный завтрак. И сегодня я хочу начать с того, что Бог – это прежде всего личность, а не просто свод правил. И нам с вами нельзя уходить от этой истины. В книге Притч в 9 главе, в 10 стихе, там записаны такие слова, что начало мудрости – страх Господень и познание святого разума. То есть, другими словами, познание самого Бога – это есть настоящий разум и настоящее знание. А почему нам с вами важно знать самого Бога? Потому что порой Бог действует абсолютно не по нашей логике, чтобы мы с вами могли понимать, что Бог – это личность. Иногда мы можем с вами пожертвовать что-то для Бога и ничего не получить, хотя, казалось бы, есть обетование, есть закон, что если мы что-то сеем, если мы что-то жертвуем, то мы получаем. Но Бог порой берет и делает так, что мы не получаем ничего. И часто бывает так, что наоборот, казалось бы, ты ничего не сеял и ничего не жертвовал, но Бог берет и благословляет. Он не поступает так постоянно, но иногда Он поступает совершенно нелогично в нашей логике. А почему так происходит? А чтобы у нас пришло осознание того, что Он Бог, Он личность, Он не программа, где берешь определенную формулу, подставляешь и получаешь результат. Поэтому, друзья, нам очень важно переосмыслить эти вещи, что Бог очень часто поступает совершенно не так, как мы ожидаем, чтобы у нас никогда не создалось впечатление, что Его можно подчинить каким-то формулам, даже если эти формулы библейские. Мы даже можем быть с вами верны в наших десятинах, но однажды Бог может закрыть для тебя окна небесные на какое-то время, чтобы у тебя пришло осознание, что благословение в твоей жизни не благодаря тому, что ты хороший и что ты много делаешь, но все твое благословение, оно зависит от Него, оно зависит от Его милости, а не от того, что ты делаешь или не делаешь. Он Бог. Потому давайте в самом начале этой недели вооружимся этой мыслью, чтобы те обстоятельства, которые будут приходить в нашу жизнь, чтобы они не вызывали у нас недоумения и не заставали нас врасплох. Всем крепкой веры и хорошего дня. Аминь.